Добрий вечір, шановні телеглядачі. Минулої неділі відбувся перший тур виборів президента України. За остаточними даними екзит-полів і за підрахунками більшості частини голосів, на виборах лідирує Володимир Зеленський. До другого туру з ним проходить Петро Порошенко. Про те, як пройшов перший тур та чи змінить другий тур виборів його результати. Про це і не тільки поговоримо з гостем нашої студії. Сьогодні в гостях у нас речник політичної партії «Національна корпус» Сергій Варламов. Вітаю вас. Здрасте. Ну, але, як завжди, перед початком нашої бесіди я хочу нагадати телеглядачам, що ми проводимо інтерактивне опитування, і сьогодні хотілося б дізнатися вашу думку ось з якого питання. Чи зможе другий тур виборів президента змінити підсумки першого? Три варіанти відповіді, як завжди. Якщо вважаєте, що так, все вирішать найближчі тижні, дзвоніть за телефоном номер 728-0170. Якщо вважаєте ні, переможець фактично вже відомий, дзвоніть за телефоном номер 728-0171. Якщо обираєте третій варіант, байдуже, я не братиму в цьому участі, дзвоніть за телефоном номер 728-0172. Крім того, якщо у вас виникнуть питання до нашого гостя, телефонуйте до прямого ефіру за номером телефону, який ви бачите на екрані. Отже, як завжди, я пропоную почати нашу бесіду з перегляду сюжету на тему виборів, а потім поговоримо і про те, як вони взагалі пройшли в Україні, і про те, що чекати від другого туру виборів. Будь ласка, увага на екран. Наблюдатели гражданской сети «Опора» распространили отчет, согласно которому выборы состоялись в конкурентных условиях при соблюдении базовых стандартов настоящих выборов. Явка избирателей рекордно высокая – 63,2%. В 2014 году было 60%. Выпадки порушения национального законодательства не стали критичной перешкодой для граждан щодо реализации их права выбирать и быть обраными. Итоги параллельного подсчета голосов в целом соответствуют официальной информации Центральной избирательной комиссии. Кандидат Володимир Зеленський отримав 30,1% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,7%, Юлія Тимошенко – 13,3%, Юрій Бойко – 11,5%, Анатолій Герценко – 6,8%, Ігор Смишко – 5,9%, Олег Ляшко – 5,5%, Олександр Вілкул – 4,1%, Юрий Тимошенко 0,6%. Нарушения фиксировались на протяжении всего избирательного процесса. Главное связано с непрямым подкупом избирателей. Негативным фактом в этой выборчей кампании стало зловживание административным ресурсом, включаючи низкі стандарти реалізації соціальних та економічних бюджетних програм і де-факто їх використання в інтересах окремо взятих кандидатів. Ми наполегливо рекомендуємо органам влади утриматись від ініціювання нових соціальних програм по виплатам громадянам цього періоду. Зафіксовані також інші нарушення, характерні для всіх избирательних кампаній. Но количество їх, по мнению общественных наблюдателей, не отразилось на итоге голосування. Проте найбільш поширеним було порушення, пов'язане з видачею виборчого бюлетеня особі, яка не пред'явила належних документів. Щодо списків виборців, в день голосування до нашої організації дійсно зверталось достатньо багато виборців з різними повідомленнями щодо проблем зі списками виборців. В переважній більшості випадків, які перевіряли наші спостерігачі, це проблеми, пов'язані також з відповідальністю виборців щодо уточнення відомостей про себе в списках виборців. На итогове засідання избирательної комісії не завжди допускали наблюдателі. Виявлені факти розглашення тайни голосування. Протоколи участкових комісій іноді исправляли уже в поміщеннях окружних, що є уголовним правонарушенням. Олександр Виноградов, Денис Світличенко, телекомпанія «Круг».
Ну, в сюжеті було сказано, як пройшли в Одесі вибори, про як вони пройшли взагалі по Україні ми ще поговоримо, я думаю. А взагалі, як ви прокоментуєте перший тур виборів і, до речі, його результати? Для вас особисто результат такий був несподіваним, чи ви очікували і прогнозували саме такий результат? На самом деле результат достаточно очевидный. Люди не готовы голосовать за действующего президента. Несмотря на то, что Петр Алексеевич опирался в своей кампании предвыборной на Одессу, а именно на админресурс, на Геннадия Труханова, на местную мафию. Даже на всю вот эту его опору это дало ему очень-очень низкий результат. Поэтому, в принципе, все очевидно, вся социология и все вообще в целом результаты по Одессе, они частично отражают реальность. Я имею в виду, что на самом деле, если бы он не опирался на местную мафию, результат у действующего президента был бы еще значительно ниже. Угу. Вот, то есть... Отже, як ви вважаєте, не змогли забезпечити такий результат, чи не захотіли? Нет, як, на самом деле, кажуть, в Одессе просто кинули. На самом деле, я думаю, что вы видите постоянные заявления там Труханова о том, что он поддерживает. Mm-hmm. Накануне была вот эта поддержка с Кличко. То есть они реально делали все, что они могли сделать. Это такая агония режима, потому что Труханов понимает, что когда Петр Алексеевич, скажем так, покинет Украину или останется здесь, там, в другом качестве, скажем так, то эта же участь последует и за ним. Поэтому я думаю, что он всячески цеплялся за власть таким вот образом и пытался сохранить нашего президента, но даже несмотря на масштабные фальсификации, на заготовленные сетки, на коррупцию и так далее, это все равно не дало результата. По той причине, что люди просто не хотят видеть этого человека больше в нашей стране. Ну, я имею в виду и нашего псевдогаранта, и, в принципе, можно и сказать, за местную власть то же самое. Ну, вибори, на мій погляд, це не лише вибори президента, а такий маркер, який показує настрій в країні взагалі. І якщо говорити про вибори в Україні, в масштабі всієї країни, так, вони, результати маю на увазі виборів, попередні результати, ще ми не знаємо кінцевих, але я думаю, вони не будуть сильно відрізнятися від попередніх результатів. Отже, попередні результати свідчать про те, що, припустимо, Схід, так, там перше місце, якщо не помиляюсь, у Бойка. Бойка. Так, Південь, наш регіон, перше місце Зеленський, Захід України, перше місце Порошенко, до речі, і так далі. Що показав цей результат в масштабах країни, як ви вважаєте? Я думаю, що він просто показав тотальне недовір'я к тому, що діяв наш гарант всі ці 5 років. І голос за Зеленського – це ж не голос за фігуру. На самом деле, я думаю, что это такой просто народный крик против. И дело не в идеологии или еще в чем-то. Просто люди устали. Я просто хотел бы охарактеризовать, в принципе, суть правления Порошенко. Дело в том, что можно говорить о многом, о многих преступлениях его режима. Можно очень много, скажем так, привести здесь в качестве там определенного факта и так далее. Но самое важное, что сделал Порошенко плохого, как по мне, это убил веру, убил надежду украинцев в будущее и вообще в новое и успешное, эффективное государство. То есть это самое крупное преступление его режима, я считаю. И в один момент это особенно почувствовали одесситы в связи с поддержкой Порошенко местной власти, которая является не только мафиозной, по сути, сепаратистской по своей идеологии. Это такое бессилие, это слабость. То есть люди массово ощутили, они потеряли веру. То есть это, я считаю, это самое фундаментальное преступление этого режима. И, кстати говоря, Петр Алексеевич, он мог бы, вот сейчас он агонизирует, он кричит, что, мол, вот молодежь голосовала, сейчас я готов с вами контактировать, я понял ошибки, я про Бойко и всю вот эту историю вообще молчу в целом, но весь этот электорат, все эти люди, они могли бы сегодня голосовать за него. Я к тому, что
У Порошенко было все. Идеальный исторический случай, то есть историческая случайность как факт. Идеальные события для того, чтобы стать значимой исторической фигурой. Войти в историю как гениальный реформатор, как реальный гетьман, как он себя называет, а не псевдогетьман, псевдогарант, псевдореформатор. То есть у человека было все. И действительно, он и мог обогатиться, ну, пускай не настолько значительно, как это произошло, но не опираясь он на Ахметова, не опираясь он на Труханова, на Кернеса, выгнал бы он Медведчука из страны и всю эту просто пророссийскую плесень. Избавил бы он Украину от коррупции. Построил бы армию без откатов, где каждая третья гривна, как вы знаете, благодаря истории с оборонгейтом и господину Гладковскому, не была бы украдена. Это была бы качественно совсем другая армия. Он бы вошел в историю. Ему сейчас не пришлось бы заниматься вот этой фальшью, вот всем тем, что он делает. Он пытается выжить максимум. Он вкладывает, все, что он может для того, чтобы остаться и выкарабкаться, остаться у этой власти. И ему не пришлось бы этим заниматься. Он легко бы остался бы во втором туре. Даже вот этот пророссийский электорат. Он зараз у другому туре. Я имею в виду, он мог бы, на второй срок. Он бы, понимаете, я искренне считаю, убежден в том, что если бы мы показали бы, Украина, эффективные реформы, мощную инновационную экономику, вообще стремление к позитивным изменениям, если бы он поменял бы реально систему, которая была выстроена, а не усугубил бы то, что было, то он бы вполне мог бы претендовать даже на этот псевдо там или реально даже пророссийский электорат, потому что люди все равно, приличная часть людей голосуют не умом или там идеологией, я имею в виду, а голосуют желудком. Это очень часто, особенно когда вот во времена войны, особенно во времена серьезных там, экономического кризиса и так далее. Поэтому ему бы не пришлось бы опускаться до этого всего, не будь он настолько жадным, не любил он так сильно деньги. То есть по факту среди вот всех политиков, кто критиковал Порошенко, на самом деле, я думаю, что точнее всего по поводу его фигуры выразился Саакашвили. Я имею в виду, что он назвал его барыгой. Почему? Потому что на самом деле, по-другому то, что он делал со страной, я не могу назвать. У Порошенко есть для всего чек. Он может продать все. Он может продать души и кровь наших солдат, нашу землю. Он готов продавать все, всем и всегда. Ему все равно, сложно его назвать там марионеткой США или агентом ФСБ. Он просто барыга, который торгует со всеми. И для всего у него найдется чек. Именно поэтому эти выборы, они полностью отображают тотальное недоверие к его системе, к его режиму, который он выстроил на сегодняшний день. Угу. Я думаю, что это, как он говорит, остаточный прощавай для него. Угу. Але справедливості заради треба сказати, що це ще не крапка у виборах, бо попереду другий тур. І що треба очікувати від другого туру виборів, як ви вважаєте? Чи зможе другий тур змінити результати першого туру? Чи є така можливість? Я думаю так. У мене є лічні такі суб'єктивні предположення по цьому поводу. Попитаюся зараз о них коротко розказати. Во-первых, важно, демократическим путем Порошенко не способен самосохраниться во власти. Это твердая уверенность, это и социология, и много-много всего. То есть мы понимаем, что Порошенко на сегодняшний день больше 50% это антирейтинг. То есть люди не столько будут голосовать за Зеленского во втором туре, сколько против Порошенко. То есть больше половины страны презирает этого человека и не хочет его видеть вообще ни в каком качестве. Поэтому мы понимаем, что это первый фактор, очень важный. Дальше. Конечно, мы понимаем, что электорат Юлии Владимировны в любом случае будет на его стороне. Возможно, частичный электорат Гриценко. На боці Порошенка? Нет, на...
На стороні Зеленського, да, я мала в виду. Так, да, спасибо. Так. Вот. Ну і, звісно ж, в принципі, наші кандидати, ну, откровенно проросійські кандидати, я думаю, що вони теж будуть голосувати за, точніше, електорат цих кандидатів буде голосувати за Зеленського, тому що Зеленський, у них дуже така гибкая політика, і вашим, і нашим, він такий дуже, ну, ви бачили самі все. І, дійсно, я думаю, що результат для Порошенко в этих выборах будет абсолютно негативный. Я предполагаю, ну, из того, что я вижу, допустим, что транслируют его средства массовой информации, ботаферма и так далее, я себе записал, у них есть очень интересный один тезис, который они везде используют. Они говорят, что, мол, видите, что такое демократия для украинцев, что, мол, украинцы не умеют в демократию, они не умеют выбирать, они вот голосуют за популиста, что демократия нам противопоказана. Что это значит? Авторитаризм и диктатура – это, в принципе, и есть то, к чему стремился Порошенко. Это Россия и вообще модель управления в РФ – это абсолютный и идеальный режим для Порошенко. Как, допустим, режим в Чечне является идеальным режимом для Путина, возможно. Вот. То есть это для него такой себе пример, и я думаю, что он очень к этому стремится. Учитывая последнюю историю, которая была с Бойко, который ездил в Москву, мы все сегодня понимаем, что вот этот выезд в Москву был возможен только благодаря разрешению Петра Алексеевича. К чему я клоню? Мы четко, многие люди, думающие, могут сегодня понять, что вся эта политика, либо я, либо Путин, ну и все в этом духе, это напрямую связано с договоренностями нашего первого, ну скажем так, нашего лидера временно государственного с Россией. Вот. И поэтому я думаю, что он всячески будет сотрудничать с РФ и будет провоцировать конфликт на Востоке. И, возможно, не лично он сам, а, скажем, он сделает все для того, чтобы та сторона его поддержала. Конфликт может позволить ему играть в игру, скажем, допустим, можно предположить даже в игру отмены выборов. Угу. Либо, на увазе военный стан? Либо что-то вроде этого. Я думаю, что они будут искать какие-нибудь механизмы, которые ему позволят не играться в демократию, как говорят его представители и так далее, что, мол, она же нам вредна. Вот. Как, и это породит очень много серьезных таких катаклизмов. Во-первых, естественно, поддержка Запада и всего мира, она абсолютно аннулируется. То есть весь мир будет отождествлять его режим с диктатурой. Такой себе режим Асада в Сирии. Раз. Два. Это мы говорим про внешнюю историю. Про внутреннюю историю как бы тоже понятно, что этого терпеть никто не станет. И результатом, и вообще ответом на это будут определенные волнения. И всех мы уже понимаем, что всех оппозиционеров, всех думающих и умных людей, которые будут против таких решений, надеюсь, что их, конечно, не последуют, и надеюсь, что ему хватит ума не пойти на такое ради власти и денег. Он, я думаю, что он будет по кремлевской методичке всех называть сепаратистами. То есть мои друзья, побратымы, мои, там, у нас есть люди, которые воевали в полку Азов против россиян, которые вторглись на нашу территорию. Этих людей он уже клеймит сепаратистами, агентами ФСБ и так далее. Я думаю, что эту же технологию он будет применять по поводу всех и будет стремиться к такому вот фейковый такой, я даже не знаю, как это правильно назвать. В принципе, это просто режим имени Порошенко. Вот по-другому я бы не назвал. Я очень надеюсь, что ему хватит благоразумия не идти на такие шаги и передать власть. Передать власть, потому что, ну, мы понимаем, все, он проиграл. Это конец его эпохи, и я надеюсь, что мы все-таки идем в будущее без этого человека. Ну, але, ну, враховуючи сьогоднішній результат, це так, але враховуючи
ну, треба реально оцінювати супротивника, так, і враховуючи, що Петро Порошенко дуже потужний гравець на політичному ринзі, Володимир Зеленський не володіє таким досвідом політичної боротьби, так, і, ну, це різні важкості такі бійці, якщо можна так порівнювати, що він може протипоставити. Я маю в виду Петру Порошенку. І якщо ви кажете, що, ну, коли на карті стоїть дуже велика ставка, то можна очікувати все, що завгодно. Чому не воєнний стан, чому не адмінресурс, і чому ви вважаєте, що вибори будуть чесні, прозорі, демократичні? Другий тур я маю на увазі. Ну, смотрите, во-первых, нужно, конечно, отметить, что я не симпатик Зеленского абсолютно. То есть я не уверен и вообще сомневаюсь в том, что вот личностно или в тех же дебатах он смог бы ему что-то противопоставить. Абсолютно нет. Тут просто, опять же таки, как я и говорил, я повторюсь, люди, очень много людей готовы голосовать не за Зеленского. А то есть это не голос за Зеленского. Это фундаментальная вещь, очень важная. Это голос против Порошенко. И это голос всей Украины. И я думаю, что, опять же таки, по поводу тех же фальсификаций, многих вот других моментов, админресурса. Вот уже результат, ну, первого тура. Уже провалились. Тот же Труханов, ставка на Труханова. Он же говорил, тримая Одессу у там колерах, так, жовто-синих. И где? Ну, то есть, где эта поддержка? Я был наблюдателем непосредственно на участке. Там 1:6 или 1:7 где-то соотношение. То есть, один человек за Порошенко, 7 голосов за Зеленского. Это вот все, что они смогли, ну, скажем так, наскребсти. Кстати, очень важный момент. Я замечаю, есть люди, которые действительно вот считают, что Порошенко провел децентрализацию, и что нахождение господина Геннадия Труханова в городе Одессе в качестве мэра города, оно как бы такое, это вот волеизъявление одесситов и так далее. Очень важно об этом сказать, что у нас не децентрализация прошла. У нас не такая себе демократия европейского толка. Мы по факту живем в прошлом. У нас наш режим называется неофеодализм. То есть есть определенный сюзерен в Киеве, гарант. Только это гарант не конституции, совсем других вещей. И есть феодалы по местам. Если вы помните, феодалы имели определенные права в свое время. Я имею в виду, допустим, права на землю. Что такое право на землю у феодала? Видите, как распоряжается Труханов землей в Одессе? Как он ее легко, ну, продает и так далее? Это его основная функция. Почему? Потому что это право, гарантированное ему нашим гарантом, сюзереном. Право на рабов, то есть мы понимаем, кто это. Нас считают с вами рабами, вот кто мы для них. Право на казну. Что такое казна, если в их интерпретации? Бюджет, вот если размышлять их категориями, бюджет – это не, скажем так, это не наши какие-нибудь налоги. Это не то, что мы платим в бюджет города. Мы платим дань за то, что живем на их земле, в их казну. Они не воруют деньги. По их понятиям, они не воруют, они берут свое. Это дань за то, что мы здесь живем. Также они имеют права на армию. Я имею в виду частные армии, то есть весь силовой, все силовые структуры, большая часть в городе, как вы знаете, подчиняется Труханову. И вот это называется неофеодализмом. Вот. Ну, как бы в ответ на это местный феодал несет определенные обязательства перед своим сюзереном, я имею в виду перед нашим гарантом конституции. В этой ситуации он должен был ему сделать выборы. Ну и, естественно, он регулярно возит откаты в Киев. То есть это не только его деньги, это еще и деньги сюзерена частично. Поэтому говорить о том, что Труханов является какой-то отдельной от Порошенко личностью, будет не просто неправильно, это, ну, это не, как минимум неграмотно. Порошенко равно Труханов. А Труханов равно Гагаринская плата, разрушенная Аркадия,
Доктауны и вот вся вот эта история. Поэтому этих людей различать не стоит. Это один серьезный режим, в котором, ну, то есть у Порошенко есть очень много вертикалей. Это я имею в виду и не только Труханова, и там Кернеса, там того же криминального авторитета из Днепра Нарика, Медведчука и очень многих других людей. Поэтому, ну, вот примерно так. Зрозуміло. Що ж, ви таку нарисували дуже, да. дуже цікаву, але не радужну картину. Ну, побачимо. 21 квітня, я так розумію, буде другий тур. І побачимо, що буде після цього. Але я хотів би почути від вас коментар ще на одну тему. Вона не стосується і не торкається напряму виборів, але... Теж дуже важлива тема, я так вважаю, бо вона торкається нашої Одеси. Але спочатку я пропоную подивитися сюжет на цю тему, конечно. А потім попрошу вас прокоментувати її. Будь ласка, увага на екран. В помещение службы автомобильных дорог ворвалась группа из 15 человек. На место прибыли сотрудники патрульной полиции, следственно-оперативная группа и полицейский спецназ. Надійшло повідомлення, що невідомі вірвалися до державної установи, заблокували її роботу, погрожують співробітникам та вимагають від керівника виконання певних дій. Как сообщил позднее советник начальника областной полиции Руслан Форостяк, группа тетушек руководил бывший подрядчик или заказчик, подозреваемый в совершении финансовых махинаций. Впоследствии он был объявлен в розыск и скрывался от правоохранительных органов. Нападавших доставили в отделение. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 355 частиною 2 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Проконтролювати дії поліції в Хмельницьке відділення прибула група представників партії «Національний корпус». Активісти потребували провести об'єктивне розслідування. Цьому є серйозні препятствия. Сьогодні був задержаний некий Амір Ханян, співробітник Мікорда. Це людина Порошенка, який занимается рейдерством и рэкетом под прикрытием администрации президента, а также антимонопольного комитета. Из-за этого человека 70% дорожных тендеров по всей Украине было заморожено. То есть разрушенные дороги по всей территории нашей страны – это не результат отсутствия средств в бюджете или еще чего-то такого, а это просто обыкновенное и наглое рейдерство, которое крышуется прямиком из администрации президента. Учитывая данные обстоятельства, задержанные вполне могут избежать наказания. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». Ну, отже, дуже серйозні заяви пролунали з ваших вуст. Як ви взагалі прокоментуєте цю ситуацію? Які ваші прогнози? Чи зможуть уникнути винні покарання? Ну, смотрите, опять же таки, это все равно связано с предыдущей темой. За 5 лет Порошенко, вместо того, чтобы заниматься там модернизацией предприятий, армии там, и многими другими важными вещами в развитии государства, он занимался налаживанием коммерческих схем. Ситуация с Гладковскими, как вы знаете, по делу Оборонгейта. Вот ситуация с этим Амирханяном, она очень похожа. То есть таких Амирханянов по стране у него достаточно, очень прилично. Таких Гладковских и Амирханянов у него есть везде на все. История Амирханяна мы начали заниматься уже больше месяца назад, примерно так. Попалась нам эта история. Получается, в чем смысл? Есть администрация президента, которая назначила определенного человека в антимонопольный комитет в помощь Амирханяну. Амирханян владеет огромным количеством фирм-прокладок, которые участвуют по всей стране, по всей территории страны в тендерах, в дорожных тендерах. То есть по вопросу там, ремонта дорог, прокладывания дорог и так далее. То есть... Чем он занимается, в общем-то? Вот недавно мы ехали с Черкас, там как раз было определенное политическое событие. Первый раз мы пришли на встречу к
Петру Алексеевичу, да. И дорога Черкас у нас заняла там, ну, какое-то сумасшедшее количество, ну, нереальное. Там, ну, по-моему, часов 8 мы ехали с этих Черкас. Почему? Пешкой. Да, да, по факту. Почему? Потому что дороги нет, она отсутствует, она просто уничтожена. И это напрямую связано с деятельностью Амирханян. Каким образом? Он участвует в этих тендерах и занимается такой вещью. Вот есть политический спам в Верховной Раде, к примеру, когда депутаты спамят по поводу определенных законов, так и тут. То есть он занимается спамом в антимонопольный комитет и, ну, скажем, просто жалуются на своих конкурентов по тендеру, те блокируют тендер, и тендер висит до тех пор, пока они ему не выплатят деньги. То есть он требует с них компенсацию за то, чтобы разморозить этот тендер. Таким образом, благодаря его деятельности за 2018 год больше 70% тендеров по всей Украине были заморожены. Это говорит о том, что разрушенные дороги по всей стране — это не результат войны или кризиса, или того, что у нас там не хватает денег, или еще что-то. Это просто результат такого, даже вот хочу сказать, примитивного, но я не знаю даже, как это назвать. Это просто рэкет, который крышуется на самом высоком уровне. Это простое нежелание чинить дороги и больше того. То есть они мешают людям чинить дороги. Ну, уровень цинизма и бреда просто нереальный. И нас злит просто тот факт, что мы понимаем, что вот таких вот амирханянов, ну, по всей стране, просто критическая масса, которые присосались к этому режиму. Кстати, у меня был один знакомый, у него отец в свое время был регионалом. И когда произошла революция, он очень такой вот, он ходил, злился, говорит, вот, это ж все, ну вот, крах и так далее. Я радовался. И в один момент мы с ним встретились, и я спрашиваю, ну что, как там дела там у отца и все такое. И он мне говорит такую вещь, все в порядке. Мы нашли общий язык. Цикаво. Петя оказался замечательным человеком. И все хорошо. И вот этот человек, он по итогу баллотировался от БПП. И для меня, на самом деле, тогда это было шоком, таким, знаете, холодным душем, потому что я тогда даже не верил в то, что это возможно, я думал, что он врет. Понадобилось очень много времени для того, чтобы понять, что патриотизм нашего гаранта – это просто фейк, его не существует. А повертаючись до відповідальності, як відповідальність? Так, так. Я думаю, що поки зберігається діюча система, вряд ли вони понесуть якесь наказання. Скоріше всього, це такий, ну, скажем так, вот то, что делает господин Амирханян в тендерах, в принципе, его постигла та же участь с правоохранительными органами. То есть у нас история имеет такую вещь, как бумеранг, и, ну, вы понимаете. Я думаю, что ему просто возвращается все то, что с ним происходит. Так что, а если эта история еще и продлится, ну, возможно, он даже и понесет наказание, когда уже будет избран другой президент. Зрозуміло. Що ж, дякую вам за таку цікаву і дуже важливу інформацію. Час вичерпаний, так? Так, мені залишається підбити підсумки етерактиву, а я бажаю вам успіхів. Взаємно, спасибо. Так. Що ж, шановні телеглядачі, наша програма добігла кінця. Мені залишається підбити підсумки інтерактиву. Нагадаю, що сьогодні ми вас питали, чи зможе другий тур виборів президента змінити підсумки першого. Три варіанти, як завжди було, і 21% вважає, що так, все вирішить найближчі тижні. 55% вважають, що ні, переможець фактично вже відомий, і 21% – їм байдуже, і вони не братимуть в цьому участі. Що ж, дякую вам за голосування. Побачимо. А наша програма добігла кінця. На все добре. До зустрічі.